Си-си. Итальянский стиль. Чтобы собрать тысячи людей вместе, надо удачно выбрать место, построить грандиозную сцену, собрать декорации, профессионально настроить звук, установить качественный свет и объявить начало концерта. А чтобы собраться вместе, надо раз, два, три. Балтика 3. Там, где Россия. Удивительно растение мати-мачеха. Ее листья издавна ценят за уникальное, восстанавливающее воздействие на кожу. Зная об этом, эксперты лаборатории «Чистая линия» создали на основе экстракта мати-мачехи новый восстанавливающий крем. Натуральные компоненты крема «Чистая линия» обеспечивают полноценное питание кожи, эффективно восстанавливают ее гладкость и мягкость. «Чистая линия» – косметика российских трав. Достала жесткая укладка и склеенные волосы? Гарниер совершает революцию. Гарниер Фрукти Стайл – первый лак для волос с натуральными микровоссками фруктов. Сверхсильная, стойкая фиксация, которая не склеивает волосы и сохраняет их естественный вид в любой ситуации. И надолго. Гарниер Фрукти Стайл. Первая гамма стайлинга с микровоссками фруктов. Гарниер. Умение готовить не главный талант твоей девушки. Закон жизни. Ее отец владелец ресторана. Закон Фостерс. Устал, сынок? Подкрепись. Солнечное меленка молочко непростое, а с отборными злаками. И сил прибавляет, и голод утоляет. Хорошо иметь домик в деревне. Галстена восстанавливает работу печени и желчного пузыря. Эффективно в любом возрасте. Жираф 24, собака 42. Для человека 32 зуба – это норма. 32 норма – это зубная паста. Зеленые знаки? Да, вижу. Иду. Окей, я почти вас нашел. Туборг, двигай на вечегринку. Первый канал и Гефест представляют. Юмористический фестиваль «Умора 2005». Все в сборе. Сразу видно интеллигентных людей. Дамы и господа, рабочие, колхозницкие, сеньоры, сенриты, сенрины. Все вместе. Давай еще! Боязно же все-таки, господи. Все, что хватит. Это просто... блестящий результат. Праздник. Фестиваль юмора «Умора 2005». Премьера в субботу на Первом. Гешест. Готовить одно удовольствие. Первый представляет. Пауль Крюгер, гражданин ЮАР. Нахуй, как ты зашелся. О, Россия! Русский, кто здесь? Русские! Че надо? Вася, ты? Сбежал прямо из суда. На дерево залез, у меня радикулит разбил. Руса туриста. А чем вы занимаетесь, если не секрет? Мы из Эрмитажа. Действует без шума и пыли. Нет. Бьют сильно, но аккуратно. Замечательный ребят. Жадный дорогой. И пусть ваши желания совпадут с нашими возможностями. Он говорит, что нам хана. Нет, я еще мало побегаю. С понедельника по четверг